Еще один стоп-кадр для вас, уважаемые друзья в социальных сетях, кто следит, старается следить, как говорится, держит руку на пульсе украинского футбола вообще и киевского «Динамо» в частности. Матч, напоминаю, «Динамо», «Колос», 13-й тур чемпионата Украины. Ну, стоп-кадр как раз, когда сирота-динамовец получает желтую карточку. И обратите внимание на табло. 93-я минута и 27 секунд. Это уже заканчиваются 4 компенсированные, как принято говорить арбитрам, минуты в этом матче. Давайте посмотрим в движении. Карточка сирота. Да, вот сирота, сейчас вы видите это на табло. И ну вот сейчас опять нарушение правил, но да, сейчас наверняка будет повтор. И вот гости производят замену. Это уже заканчиваются даже эти секунды компенсированного времени. И вот последние Мякушка, Соловьев, это замена. А это соперники, как вы видите, пытаются выяснить отношения, в кавычках, как говорится, которые они... И желтая карточка капитану, по-моему, Волынцу. Сейчас. Да, нет, Богданову желтая карточка. Это Богданову. Ну, а капитан динамовцев очень недоволен. И все, как говорится, можно прочесть по его выражению лица. Сидорчук. Да, это выяснение отношений. Такие, которые, конечно же... не красит футболистов любого ранга и тем более людей, которые играют, и за ними наблюдают миллионы и украинских мальчишек, которые мечтают вырасти настоящими звездами футбола, имея клуб киевского «Динамо», подлинно легендарный. Ну вот, вы видите рассерженного, недовольного капитана киевлян Сидорчука. Да, но так выяснение на футбольном поле, конечно, не выяснить. Вот, но тем не менее, увы. А вот и таблица, на которую стоит обратить внимание. Давайте ее разберем подробнее. Статистика матча.